Первый период, такая настоящая разведывательная история. Шохина через правый край, 2-0! Ой-ой-ой, какая точность в исполнении капитана команды «Торнадо». Достаточно высокорослых киски у Бирюсы на площадке, а «Торнадо» пытается убежать в контратаку. Шохина, это точка! Возможно, точка! Шохина в центр, в центре Полунина на Дергачеву. Дергачева! Как же так? Ой, тут все болельщики за голову схватились, но бросок по пустым воротам получился неточным. А далее Анна Шохина говорит, не получается перед воротами расположиться и поразить цель, то тогда из-за лицевой. И это хэт-трик в исполнении Анны Шохиной.